Добрый день, меня зовут Фролов Александр Владимирович. Предлагаю посмотреть, как работает простейший умножитель мощности на основе F-трансформатора. Для начала напомню схему F-машины, F-трансформатора 1994 года. Вот фотография, аналогичные трансформаторы. В общем, все это давно уже известно, проверено и работает. Сначала наматывается одна половина с помощью челнока. Ну, в данном случае я намотал 60 витков. Потом вторая половина. Вот сверху делаете изоляцию, желательно бумагу и не только изоленту. Потому что все-таки 220 будет в первичной обмотке. И наматываете первичную обмотку. Давайте посмотрим небольшой эксперимент. Здесь мы используем 50 Гц от сети через лабораторный трансформатор. Подаем на первичную обмотку трансформатора Фролова некоторое напряжение. А одна из вторичных обмоток подключена к вольтметру. Будем измерять переменный выход напряжения одной из половинок вторичной обмотки. Вторая вторичная обмотка у нас свободна, она сейчас в воздухе. Даем некоторое напряжение на первичку. Ну, допустим, так, чтобы во вторичке у нас получилось порядка 3 вольт. Например, вот так, 3 вольта. Теперь замыкаем вторую половину вторичной обмотки. Напряжение удваивается. То есть этот эффект удвоения напряжения связан с тем, что частично потоки вот половины вторичной обмотки идут через первую половину вторичной обмотки. То есть обмотки вторичные друг другу помогают. Конечно, потребление от сети при этом тоже увеличивается, но увеличивается оно в 2 раза меньше, на 50%. То есть мы можем получать во вторичных обмотках, например, 10 кВт на нагрузке, а первичные у нас будет потреблять всего 5 кВт. Вот такой умножитель мощности. Все эти идеи трансформатора Фролова были опубликованы еще в 1994 году. Замечу, что Марков взял патенты на аналогичные в 1998. Жан-Луис Нуда тоже работал по этой теме, ну и многие другие авторы работали. Многие называют эту схему схемой с параллельными путями, потому что идут 2 параллельных магнитных потока, и они частично взаимодействуют друг с другом. Это уменьшает общую мощность потребления. Применение таких умножителей мощности целесообразно в электромобилях в первую очередь. На солнечных электростанциях любой мощности можно удвоить мегаваттную солнечную электростанцию и получать с нее 2 мегаватта. Ну и в других областях техники, где экономия электроэнергии является существенно важной. Пишите. Фролов Александр Владимирович, мой сайт faraday.ru.